Всем привет, привет, наши хорошенькие подписчики. Катя. Всем привет. В общем, да, с вами, как всегда, Катя и Максим, канал GG Family. Решили мы посмотреть Conan Exiles. Давно ее в свет уже выпустили, но не так давно она вышла из бетки. Вот, и смотрим мы теперь, что из нее тут вышло. Выживалка, РПГшка. Вроде какой-то даже сюжет есть. Пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас надо это пособирать немножечко и пойти дом себе сделать. Так главное на этих чуваков не нарываться. Да. Мы уже запускали, нам тут немножко пипи дали. Но потом мы наваляли все. Да, мы потом прокачались и ходили всем, лица разносили. А че ветки не собираешь? Да я забыл. Я пойду вон это, гарпию убью. Или кто она там? Кыш, кыш, ходи. Какой-то вампиреныш, блин. Gods cursed this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. Она у тебя только улетела, что ли? The ruins and their howls mingling with screaming winds. The men are scared. Так, что дальше по дороге? Work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire or the bite of the axe. Кирку и топор. В общем, какую-то историю нам рассказали. Я ее что в первый раз не прочитал, что второй раз не прочитал. Но что-то интересное было, наверняка. В общем, все же, я думаю, смотрели Конана. И вот это вот игруша. Игруша в этой вселенной. Жалко, только Шварценеггера нет. Не, ну ты вот заставку первую пропускаешь, типа это он тебя спасает. Ты же висишь. Кать, ты, кстати, сказала, что сделаешь себе маленькие тити, опять себе надела. Пятый размер минимум. Где-то. Что тебе не нравится? Я сейчас вообще кофту сниму. Не надо. Тут, наверное, одна из игр, в которой присутствует полная нагота. Катя. Ты бы штаны снял, посмотрели, что у тебя там. Ага. Я, правда, не вижу. Да, Катя на сервере включила эту возможность, а у себя не включила. А зачем мне на твою колбаску смотреть? Я и дома посмотрю. Так, теперь идем по дороге, не будем никуда сворачивать, а то опять там эти чубрики к нам придут толпой. Так, что там надо вскарабкаться? А я могу тут? Да, могу, все, опыт дали. А, выпейте, поешьте, примите подстилку. О, подстилку надо будет сделать. А ты попил? Ты взял там штуку эту? Бурдюк с водой? Да, я взял ее, кстати, использовать. Ништяк. А первый раз я не брал ее. А ты красавчик, слушай. Да, я знаю. Такие шикарные. Чем стираешь? А? Стираешь? Head and shoulders. Хотел сказать, чем можно. Я просто это, реклама вот это. Ты чем стираешь? Я стираю лаской. Ну да, тут времена-то какие. Видимо, ночами, пока я сплю, ты берешь меня, идешь к речке. И за ноги меня так полоскаешь в этой речке. Конечно. Чё, тут, так, тут дом построен? Да, тут нормальное место такое. Так, нам надо сделать себе инструменты. Инструменты. Я мне нужны сделала. Ветки. А есть лишние? Что есть? Инструмент. Или можешь мне сделать инструмент? Какой? Да либо топор, либо этот. Ну. А, тебя... ты ж палки не собирал. Да, я ничего не собирал же. На пока кирку, я сейчас этот... Добуду камень. Ой. Ой. Дерево. Дерево. Давай. Сейчас быстренько набьем камешков. Ой, Максим. Что такое? Ну, опять тебя засвистишь. А. Зубов нету, что я сделаю. Свистун. Ну, я ж последнее выбила, да? Ты же все же говоришь, что я тебя обижаю. Ну, в этот раз мы, кстати, выключили эту возможность драться. А то мы больше друг другу тут наносили ущерба, чем противнику.
Блин, вот эти вот кожаные штуки я выкину, ну... Записки. Так, записки, да? Да, выкидывай, конечно. Так, на топор где? Я как Спайдермен в Азии, так что видели, да, когда корабль? Да-да-да, я видел. Спайдермен. Давай. Человек, но паук. Да блин. К управлению немножко не привыкнул. Мне вот кажется, как будто вот эта вот точка, она не посередине. Из-за того, что герой слева. Не знаю, а мне кажется еще что-то с графикой. Вроде все на максимум стоит, но графика... Бывает и лучше на самом деле. Можно штаны снять сейчас, смотрите. Оп! Не-не-не, оп! Все, показал свою сардельку. Я все равно там не вижу. Ты не видела. Ну ладно, тебе не надо. Так, таланты. Я, в общем, опять тогда качаю строительство. Костер тогда не буду изучать, давай. Ты тогда изучишь. Авасо. Тогда я что, опять ящик разблокирую? Костер. Так, грузоподъемность. Сила. Надо тогда сразу этот меч давай разблокирую. Угу, меч угу. Сделаю. Можно, кстати, щит еще сделать. Деревянный. Я вот себе лук сделаю. Копье только не делай, пожалуйста. Ага. Так, что тут живучесть, выдержка, грузоподъемность. Грузоподъемность качать, блин, надо, потому что... Да-да-да, потому что быстренько очень забивается. Тут вот эти глюки какие-то ходят. А, кстати, надо будет потом сейчас домик построим, и я схожу, посмотрю эту историю. Там очень интересно прям. Прикольно, что в такой игре есть... Она больше, наверное, как не как остальные выживалки, типа Раста там и всего такого. А как ММО, наверное, больше заточена под это. Есть полностью ПВЕ сервера, есть ПВЕ сервера и там в определенное время можно драться. Ну, между... Вот, в общем, ПВПшить. А есть полностью ПВПшные, да. У нас просто ПВЕ. Ну да, это мы свой сервер создали, потому что играем, ну вот, наверное, второй час максимум. Первый раз запустили, вообще понять, что тут и к чему. Что, я думаю, нам там быстренько задницу наерут. Нам эти там тут, блин, задницу наерут, ходят эти непонятные чуваки. Чебуреки эти. Ой, сломался топор. Ой, не топор, а кирка. Можно? Да, на ремонт хватает, хорошо. Так ты просто на нее нажимай через инвентарь, и он сразу его это. А, точно, точно, да, ты права. Так, фундамент. Почему мне не хватает? Мне дерево надо еще. Мать твою. Я добываю камень. Я тоже камень, а надо дерево еще. Сейчас пойду дерево бить. У меня есть дерево. Ну надо много же. Я тебе не дам. Ну и ладно. А я и не просил. Блин, найти бы еще ногу. Но это надо людей убивать. Да, да, я тут ногой дралась. Причем такое неплохое оружие оказалось. А, ну да. Там такое возможно. Ну чё, так же 13 урона, как меч каменный наносит. Ну да. Игра очень по движку напоминает Арк. Мне кажется, один и тот же движок, но оптимизация тут гораздо лучше, мне кажется. Ну да. И в принципе, возможность делать свой сервер. Мы в тот раз с Катей хотели создать тоже свой сервер в Арке. А оказывается, за это надо заплатить. Я охренел. Типа, ну, хочешь свой сервер? Сделать меч? Да пока не надо. Я же должен сам сделать его, чтобы это... А тут такое не написано, что ты должен сам. Ну вот смотри, путешествие. Примите подстилку или кровать, убивайте. Изготовьте любой инструмент, надо все делать. Чтобы опыт быстрее зарабатывался. Подстилка. Все, я перегружен. Ничего, опыт не дали мне. Грузоподъемность. Качаю. Все, я уже не перегружен. Ой.
Прикольно, у нее кирка ломается, она руку так трясет. Типа, ага, больно. Типа больно. Не, неплохая игрушка на самом деле. Я думал хуже. Хуже, чем ну есть. Да. Просто сейчас бесплатные дни в ней. Угу. Мы, как обычно, только под конец начинаем играть. Остается день-два, мы заходим. Так, погнали. Делаем 3 на 3, наверное, сделаем. Как тут? Можно выбрать? Я тебе сейчас принесу. Раз, два, три, четыре, пять. И опять добытчик тут. Сколько сделалось-то? Что-то я не пойму. Так, еще три. Раз, два, три. Все, отлично. А у тебя сколько грузоподъемность? Два. Нет, а вообще сколько тут? У меня 98. А где ты это смотришь? Характеристики зайди. И там грузоподъемность. А, у меня 84. Но я два раза качнул. Окей, погнали строить. Так, пятерочка. Пятерочку будешь строить? Зачем нам тут пятерочка? Кто тут будет что покупать? Пятерочка выручает. А, или это мы, оказывается, основатели пятерочки? Ну да, в древности. А почему я не могу? Что тебе мешает, я не пойму. Камень вот этот? Ой, кроличек. Ну сломай, ну что? На по ушам. Хватит. Все, у нас будет еда. Почему не получилось? Что, а мы можем из кирпичей сделать дом? Ну потом, наверное, можно будет. Блин, что-то я съел. Че там все подряд жрешь? Я тут почему-то не могу строить нормально. Что мне мешает, я не пойму. Первый раз все у меня хорошо получалось. Не знаю. Странно. Так, места нет. За что я получил уровень? Наверное, нет. Так. А, походу слишком это низко пошло. Да нет. Ладно, давайте. Все сломаем сейчас. Хорошая функция. Сделаем немножко повыше. Хорошая функция, что можно все сломать. Да. Так, изменить высоту. Shift. А я вот так вот, и, кстати, там не поняла, что изменить можно. Как там, что изменять? Да я тоже, что-то у меня не получается в этот раз. Смотрите, левый shift, shift, нажал. А ты дурак? Я не пойму. Так, блин, я перегружен. Фигово. Зачем нам эти семена? Брось. Я не знаю, зачем семена. Типа потом сажать, что ли? Ну, сейчас у меня получилось 3 поставить. Ой, какие-то цветочки. Желтый лотос. Что лотос делает? Хрен его знает. Ты я там хоть фундамент понятия. Построил? Я пытаюсь. А что, не строится, что ли? Не-не, строится уже. Я не знаю, почему первый раз не строилось. Сейчас строится. Руки кривые у кого-то. Да, вот эти камни чуть не ломаются. Блин, а, недостаточно материалов. У тебя есть камни и дерево? Да. Скинь мне. Да, конечно. Конечно. У меня 562 камня. И 4 дерева. Давай, я добытчик. Подожди, давай мне все. Сейчас я это ящик поставлю. Ладно, чтобы хоть было что куда скидывать. Все, потом краешку, да, его. Опа. Да, конечно. Сейчас выложу ненужное. Так. Это нам нужно. Потом стены. Все, я пошла за деревом. Давай, давай. Раз, два. И, наверное, три, четыре.
Все-таки зачастую вдвоем намного лучше играть, потому что мы сразу распределили, кто чем занимается. И делаем это. Ну да, да? Кто что качает. Как бы договариваемся сразу об этом. Потому что вот этот сумбур начинается, кто что качает, не говорит, 50 раз одно и то же все качают, и начинается. А потом очков не хватает. Не, ну игрушка неплохая, на самом деле оптимизирована, около 60 FPS стабильно. Причем я даже цвет графики не менял, у меня там на высоком стоит. А в арке там раз, вообще два, три, там четыре, пять, на среднем-то вот так вот. Еле как. Все выкидываем отсюда. Вот компания говно, а вот игра говно. Игра говно, да. Я про арк говорю. Ой. Сколько мы же... пытались, да, и поиграть, да, позаписывать, да. Получается у нас. Там всё, столько красота. Разбираться надо. Что, ты построил? Да, почти, осталось крышу. Кстати, я лестницу... Давай двухэтажный попробуем все-таки дом в этот раз сделать. Давай, давай. Как скажете, прораб? Нет, надо это, наверное, изучить. Кстати, только сейчас заметила, что над ХП полоска опыта. Да, да, сейчас заметила. Она такая маленькая, ее не видно. Короче, пока сделаем одноэтажный. А тут рабы нужны, я так понимаю, это чтобы типа они там добывали тебе тоже, да, ресурсы. Скорее всего, всякие. Скорее всего. Так вот. Так, а что у нас в сундуке? Ты все поскидывал, да? Все, что можно? Ну, то, что мне не надо. Пятерочка. Я дерево добываю. Пюм. Пюм. Надеюсь, там пюм, машинку пюм. Стиральную не слышно, а то она взрывает. Нет, я ее практически не слышу. А, дверь. Дверь же надо сделать еще. Я все выложил. Кстати, тут прикольная тема у двери есть. А нажимаешь, и там, если ты забыл закрыть, она через 30 секунд сама закрывается. Угу. Ну, это где-нибудь там на PvP такое. Если ты... Блин, убивай твоего другана, ты треснулся, побежал, офигеть, забыл закрыть дверь. Надо. Закроется. Тут на двери надо, охренено, сколько дерева. Она как будто не дверь, а... Знаешь, как в замках огромные-то эти были, которые закрывались. 25 а, дерева надо. Ворота всякие. Ага. У меня есть дерево? Да, я уже нарубил. Тут быстро добывается, на самом деле, все. Это офигенный, ну, да. Плюс. Как бы много тратится, но и быстро добывается. Сейчас домик построим, я пойду наверх, схожу там, посмотрю эти ролики. Ты, кстати, тоже пойдем. Я не знаю, что это дает, но что-то дает. И потом пойдем это, лица ломать. Подожди ты лица ломать. Сидишь бы лица ломать. Но они же нас обижали, когда мы первый раз тут были. Мы типа, мы вас запомнили. Мы тем-то уже отомстили же. Ну, ползи. Да что ты сел? Да давай. О, молодец, Человек-паук. Ты куда уже? Ты зачем? Он почти до дома мне дополз. Так. Я тут убиваю. Чё мне не хватает? А, бечевки нет. Чтобы жратва была. А, животных-то? Пойду. Да, сейчас пойду разбираться. Чё ты тут на меня? Кукуешь, слышь? Кукуешь? Чё сделать, да, чтобы она закрывалась через... А, автозакрытие включено. Ой, блин, не то оружие, прости. Думала, дохлая, но как-то живая. Так, теперь что, мне опять бечевок не хватает? Вы, кстати, видели, как эти черепахоподобные тут это, половым актом спаривались, занимались. Мы сначала думали, что он ее это мучает, а оказывается нет. Ты что, без стыда и совести не это делают, прилюдно?
Я вот сейчас вот долблю, долблю. Я... долблю. Кого ты там долбишь? Как там это? Я крокодил, крокожу и буду крокодить, да? Где мы тогда в магазине эту песню слышали? Так, у меня есть дерево. 400 с лишним. Вот алоэ для чего нужен? Ну что-то делать потом. Ну да. А, подстилку надо сделать, блин. Слушай, а тут вообще еда с водой прям тратится. Да? Ну-ка. Ага. Ну да, у меня 60. Да, 60 и 50. Надо что-нибудь похавать. А эти насекомые вообще по 2 еду прибавляют. А сколько в этом в бурдюке? Прочность 1. Наверное, вот столько. Не знаю. А, все, все, закончился он у меня. Интересно, налить можно будет? А как вот, кстати, наливать? Ну-ка, я сейчас возьму, может, его в руки? Нет, не могу налить. А, я в воду зашла. И он наполнился, да? То ли Е нажала, то ли он наполнился, да. А только можно ли пить или... Просто не знаю, можно ли эту воду пить. Может, она бяшная, какашная. Точка так, разно... Наверное, окей. Домой надо бежать, пока у меня не перевес. Пните что-нибудь. А? Мясо, мясо давай. Я бы сейчас мясо... О, нифига, я вообще мощный, чувак. Убери как-нибудь. Красавчик. Надо эту, кстати, подстилку сделать. Да-да-да, иди. Ну я тут положил эти... Как они, волокна? Не, у меня они есть. А, есть, да, все? Ты бежишь. Да. Ну а кто же еще? А, блин, надо, кстати, себе сделать что-то же эти. Шматье, шматье надо сделать. Тут и крокодилы опасные. А вот эти безопасные, они даже не нападают. Привет, черепашка, или кто ты тут? Горилла в это, в панцире черепахи, да? Угу. Так. Семена эти выкинуть нафиг надо. Да подожди, может они нужны для чего-нибудь. А вон женщина стоит. Да, сколько падает. Женщина и крокодил. Она, может, приручила крокодила? Может быть. Блин, что такое? Нажала кнопочку и мясо сожрала сырое. Сырое? Ну все, сейчас подрестаешься. Ой, как я рад, что здесь не срется, а, персонаж. Как я этому рад, как я это ненавижу в арке, а. Ходишь. Ладно, хоть не сытся он там, только срется. Нет, он сыт вроде, когда... Пст, ах, да? Вот этот такой звук, мне кажется, как будто эту банку Кока-Колы открывает, да? Пс, да. Так, что я хотела? А, я же хотела еще ящик сделать. Ничего. А что дает сыромятная подстилка? Три шкуры надо, слушай. А я себе сыромятную сделаю. Ах ты наглец. Тебе не сделать? Не надо мне. А ты вот лежи на своей листве. А я буду на шкуре лежать. Шкура на шкуре, нормально. Так. Бечевку надо. Я тогда пошел за этими, за духами. Духи Конана меня зовут. Иди. Так, я тогда еще и делаю ящик, потому что... Делай, делай. Пойдемте, ребят, я вас провожу. Вижу, ничего. Так. Надо, кстати, решить, что там, что мне качать-то. В смысле, что тебе качать? Ну, в прямом. Ты же дом там качаешь. Дом качаю. Надо прокачать этот дом. Экзибит, блять. Ага. Только не тачка, а дом. Блин, что-то этот, ящики... Можно что такое? Подобрать? Ну, скорее ящик всего. Криво стоят. Ну ты вообще... Я сейчас его подберу. Тут, блин, немножко мне не нравится этот. Чего тебе не нравится? Да.
сейчас в доме все так приближено, я новые эмоции. Не вижу, как скрещивание как рук. Там эмоции, кстати, да, есть. А. Не помню. А интересно, с кактуса добывается что-нибудь? Нет, сейчас попробую. Дерево и канишель какой-то, жучок добывается. Это, мне кажется, какой-то вкусненький жучок. Ой. Так, на дерево. Называется мясо пожарить. Знай, раб, ты на тракте беглеца. Тут мне ролик начал. Ну не ролик, а этот. Тут еще прикольная тема, что как пожарилось, это сама отключается. Костер. Да, что тоже не хватает во многих RPG-шках этого. Чтобы все не тратилось там подряд. Съешьте сытную, так, подстилку. Во, у меня будет кожаная, как у этих. Вы видели, лежали возле костра? О, красиво, не то что твои листва. Разыщите лагерь изгнанников, используйте факел. Я вон, кстати, пошел драться сейчас с чуваком. Вот эти вот мелкие ублюдки нам первый раз втроем надавали по заднице. Но у нас ни оружия не было, ничего. А нет, топоры у нас были обычные. Все, убивайте, как говорится. Убил. Кстати, ты, да, ты сможешь потом сделать кирпичные, но это только на 20-м левеле. Так. У меня, кстати, мясо появилось одно. Железные инструменты 10 левел, у меня только 9. У меня такой мост не появляется. Я так упаду. Ну, тихо, успокойся. Нырнуть, что ли? Как думаешь, нырнуть? Вон люди, я людей вижу. Туземцев. Ладно, не буду нырять. Пойду обратно. Так, давай подумаем, что нам надо сейчас. Ты ныряешься. Ну что, мне левел качать надо, я пошла. Ну, мне тоже надо левел качать. Блин, мужики, доведите, задолбали. Какие мужики? Ты там мужиков себе уже нашла, да, каких-то? Да вот эти духи. Я вот иду, и чё они? Иди прям на самый верх потом. Там, когда развилка будет, направо поворачивай. Не на мост, а дальше идти? Да-да-да. И что тут? Сейчас я тебя встречу. А где тут? Во. Вот иди наверх. И там уже, ну, сначала книжку там прочитаешь, эмоции выучишь. И потом к мосту идти дальше. И такая большая еще это стоит. Как тебе объяснить? Короче, на ней надписи всякие непонятные. На нее на Е нажмешь, и будет тебе озвучка американская. А, монолит этот или что? Да-да-да, точно. Ну, мне что не нравится, что они постоянно здесь ходят. Как бы я же видел это, зачем мне 50 раз показывать? Угу. Ну, выйдешь так ночью в туалет, обосрёшься. Ага. А вышел ты посикать. Как это не планировал? Так, а ты костер не построила еще? Построила. Я же мясо уже пожарила. А, мне вот надо похавать. А, последнее мясо. Там в углу есть. Окей, ну, сейчас. Что-то рассказывает. Перекусим. Ну-ка, где твоя... Нифига у тебя такая, типа, леопардовая, да? А где да, все очки? Да, там есть же шкура. Господи,
Что такое? Что тебе надо, может, жить? Да тут на меня вот этот чубрик, который на нас тогда напал вначале. Он на меня тут. Я его убил. У тебя, значит, свой. Я не поняла, кто разговаривает, блин. Бью камни спокойно. Ну, кто-то говорит. Так, семена, ты куда дела? Кстати, тут звук-то все убавил, а то, может, меня не слышно будет. Не-нет, все хорошо, я музыку-то на 20 сделал, ее вообще практически не слышно. Тут музыка такая, прям как всякие там, этот, мумия там и так далее. Но. Какая-то египетская, не, прикольно. Не египетская. Так, любой инструмент, уклонитесь от удара, выполните мощный убивающий удар. Но принц Перси я не смотрела. Нет, принц Перси, просто смотрела. Такое себе кино. Вон так, еще надо инструменты козлина сделать. А молоток считается за инструмент? Пятите волокна нужны. Че, волокон нет, что ли? Надо их делать. Че там делать, ты подходишь, собираешь? Да не, сами именно волокна. А, ну в смысле, бечевка. Бечевка. Я сделаю этот молоток, я не знаю, зачем он. Что ты обзываешься-то? Сам ты бич. Да, заработал. Ну-ка, молоток. А, чинить, да, можно? Отлично. Ты чё? Можно? Я пока не буду его брать. Не-не-не, я же хотел... Фигите, тут скалы большие ломаю. Не ломай скалы большие. Где вы? А что ты не можешь его брать? Железная руда, она так долго добывается, капец. А, вовсе. Её хрен найдешь. Так, я пошел за водой. Угу. Постираю там как раз. Я знаешь, куда ее? Я в этот ее в пояс положила. Вот в этот. Угу. Быстро мимо. Давай тоже так попробую. Быстрый доступ. Попробуй зайти. Если нет, там попробуй нажать Е. Ну сейчас как раз проверим. Сначала просто зайду и проверю. Чуть я уж поплыл. Зачем ты плывешь-то? Нет, наверное, все-таки на Е надо нажать. Попробуй. Попробуй на нее нажми. Ну вот там не, она все равно мне пустая. Попробуй на каком она у тебя слоте нажми. Нажимаю, ничего не происходит. И Е потом нажми. У меня набралась вода, я не знаю как. А, ну вот, да, вроде набралась. Да, набралась. Я просто туплю, походу. Слушай, а вот сейчас темнеет, мне кажется, нет? Да, мне тоже кажется, темнеет. Но солнце еще высоко, так что работай. Да работаю. Работай. Уже две кирки тут истратила. Так, ты мне... Пойдем лица ломать, ты че? Да подожди. Не перегружена. Мне тут надо факел сделать. Как факел делать? Ветки и волокна. Где дом-то вообще? Посмотри по карте. Карта, кстати, удобная. Ну как, ну не очень, конечно, удобная, но зато видно все. И как бы и лежанку, и подстилку. Ох ты, ё, пацаны! Это ж двое. Что за пацаны? С района? Да вот эти чубрики. А мелкие это? Меня. Но. Тут дом пытаюсь посмотреть. Где дом? Я алоэ нашел. Нужно? Ты уже тут разграбила, да, все эти яички? Да нет. Ты домой зашла? Нет. Нет? Такой звук был, как будто дверь открылась. Черепаска маленькая гоет. Да не бойся. Откуда вы здесь? Не было только что.
Как я медленно хожу. А ты посмотри, может, у тебя этот есть. Опыт. Не, кстати, вот сейчас темнеет. Прям солнце видно уже садится. Прокачала. Да, сейчас темнеет, а там что-то постоянно у нас был день. А куда семена девать, Катя? Я их выкинула. Да я, короче, в еду сложу. Задолбали, а. Реально, надоели уже ходить. Семен... Блин, Максим, этих семян... Блин, дофига. Ну, вдруг... Можно я у тебя заберу? Нет. Так, смотрим, что у нас по характеристикам. Я факел. О, нифига, у меня очков-то тут. До жопы. Офигеть тут людей! Ну, я сейчас просто вижу, что у них костры горят. Угу. Как бы тут не свалиться? Кто ты? Конечно, дофига качать надо. Я что-то качаю грузоподъемность, а у меня нифига не добавляется. Как было 84, так и остается. Нет, ну ты выйдешь, зайди туда, и все, и нормально. А, у меня тут темно вообще в доме, блин. А, ну да, 112. Ты? Да. Слушай, да, реально, сейчас вот ночь наступила. Такс. Пойдем лица ломать. У меня грузоподъемность уже 7 уровня. Да подожди ты. Так, факельщик. Настенный все, ну-ка. Да. А его никак на стену нельзя прикрепить? Нет, надо специально делать другой. Надо посмотреть, что я могу прокачать. Прикольно, что факел, пофигу, горит он, не горит. Главное, 10 минут. Хоть он даже это, не зажжен. Как его сделать-то? Да ладно, ты, строительство. Факел надо разблокировать. У меня факел почему-то разблокирован был. Так, железные инструменты, кстати, разблокировала. А, кузницу. Это все у меня закрыто. Можно, конечно, улучшенный костер для обогрева и приготовления пищи сделать. Можно просто кострище. А мебельчик ты не качала? Нет. Так. Колодец на 25 уровне открывается. Еще серьезно? Че, капец, что ли? Блин. Так, надо, короче, кузницу все это делать. Блин, уровень нужен. Уровень. Так, слушай, я факел прокачала, я тебе могу. Так, рецепт факела. Зачем мне рецепт факела? Самодельный факел. А! Долго горящий, тут уже дерево и растительное пятно. Короче, дофига всего. Что качать, я не знаю. Вон ты делал, что дофига всего, не понимаешь, что надо. Ок этого факельщика разблокировал. Факельщик. Модельный факел. Так, а ты инструменты начала качать? О, стоячий факел. Можно. Нужен простой факел и 5 веток. Чё говоришь? Я забыл. Железные инструменты. И только что изучила. А, ну все, и кузницу тогда тоже, да, ты? Угу. Все, хорошо. Блин, там, слушай, на улице что-то происходит дикое. А нет, на улице все нормально. А в доме прям такой ветер, сквознячок. А, ну окон-то, конечно, я надел тут. Не, реально. Выйди вот на улицу. Тя, подожди, я тут с факелами, Максим, разбираюсь. Разбирайся, разбирайся. Я же сделала факел, алло. Ой, надо. Простой факел. Есть простой факел. Как факел? Почему я не могу сделать факел? Алло, факел! Я не знаю. Самодельный факел. Есть самодельный, есть просто факел. Ты же его и делал. Нет?
Вот факел. Так, а как разделять? Я не тот факел, а нажимай, и там потом будет разделить. А, все, вижу. Сейчас я тут наделаю всяких ништяков. Блин, его в дом нельзя, прикинь, этот факел воткнуть. Возле дома можно. Ну, поставь возле дома. Блин, дичь, факелов понаделал очень. Ай, господи. Блин, как крутить? Так. Ты молоток сделал? Зачем тебе молоток? Чинить. Ну, мне надо было что-нибудь сделать, а эти уже у меня были. Так, пойду. Вау, все, ремесленный стол. Максим, а? Кузницу мы чё... О, вот, настенный факел. Фак. Все, я могу, надо факел и ветку сейчас сделаю. Хочешь, я тебе сделаю кружку? Блин, какой-то у нас маленький дом, надо, короче... Я могу все еще сломать? Да, могу сломать, слушай. Можно будет увеличить дом потом, потому что, смотри, мы, ну, тут развиваемся. Длиннейшего. Ну, надо сначала собрать камни. Сколько... А, он у нас, в принципе, дофига. Так, мне надо простой факел. Он делается из дерева. Так. У нас, в принципе, до хрена. Либо же второй этаж все-таки, как я хотел изначально. А где мы сделаем? Нет, а вот. Надо ветки. Короче, надо факела вот сюда ложить. Блин, прикольно. Ну тут крафт такой. Кать, прикольный. Можешь свою эту кровать забрать? Угу, сейчас. Ты все, меня выгоняешь уже? Да, все, собирай вещи. Уходи. Так, вот теперь сейчас попробую факелы поставить. Просто надо сейчас разобраться со всем этим. Не, прикольная игрушка. Во! Мне она, в принципе, нравится все больше и больше, на самом деле. Во! Так вот, так вот. Нет, не так. Надо как-нибудь... Все, Максим, смотри, у нас теперь факела. Блин, я не там сломал, получается. А я их выключить не могу, да? Могу только разобрать. А, это оконная рама, а факел, настенный факел. Да, я немножко не там сломал. Ну ладно, сейчас я вот, все исправлю. Я могу их выключить. Во! Не тратьте ничего. Чё я делаю? Знаешь? Не знаю. Надо вот здесь вот сломать. Так, разобрались со многим. На самом деле, интересный тут крафт. Чё, печку, я говорю, как? Кузницу просто на землю поставим или будем под нее дом строить? Да просто на землю поставим. А, ну, в принципе, если на втором этаже она поместится как-нибудь. Нет, она на этот не ставится вроде. А, нет, ну можно ее дома построить, конечно. Выкинись. Ну, она тут, короче, целый много фундамент займет, да? Занимает. Ну, нет, тогда на улице ставь. Нас же тут никто не обворует. Ну, да. Правильно, правильно. Ой, будь здорова. Где ее поставить? С какой стороны? Да с любой. Только... А, вот как ее крутить. Все. Я думаю, ты будешь этим заниматься, так что... Где тебе удобнее будет. Так, отлично. Теперь можем металл все это переплавлять. Ну, смотри, нам нужно. У нас есть рецепт верстак коваля. Но надо, короче, 50 кирпичей и 75 железных брусков. Нам надо очень много железа. Где его взять? У нас его нету, да? Один штук. Это... Надо искать. Пойдем лица разламывать. Уже надо заканчивать серию, а мы еще лицо никому не сломали. Пойдем, разломаем лицо как-нибудь и закончим пока на этом. Дай мне хоть подстилку свою положить. Че, ее внизу положить? Как хочешь. Я себе сейчас кровать сделаю, так что... Можешь где хочешь ложить. Да давай двух... А, нет, я не смогу двухспальную кровать сделать, потому что нужны какие-то... Сейчас скажу... Тесаное дерево. Ты знаешь, как сделать тесаное дерево? А ты же сделал верстак вот этот, нет? Да.
Я ну там нету такого. Съел. Как оно называется? Тесаное дерево. Ремесле. Сейчас посмотрю в параметрах. Строительство, может? Нет? Так. Мебельщик. А, мебельщика надо делать? А ну, я вроде качнул. Нет, подожди. Ты вот стол это, да, ставил? Да-да-да. Ну, сейчас, подожди, сейчас надо разобраться. На оформление. Я мебельщик прокачал, в том-то и дело. Угу. Поняла, поняла. Ну, слушай, это... А что либо... Блин, даже не знаю. А, плотник, наверное, тесаное дерево, плотник надо. Давай я разблокирую плотника. Ну, я же раз кузницу поставила. Плотник нужен. Нужен плотник. Верстак плотника. А-а. 400 дерева, 150 камней. У нас дерево мало, надо дерево побить. Пошли, лица сломаем. Пойдем лица сломаем и да, потом все сделаем. Сейчас, подожди, я выложу все, что мне не надо. Ой, откуда надо это. Яички. Яички. Надо... как он называется? Я забыла. Пойдем, я знаю, где люди. Да подожди, не, Спайдермен. Ты записал, как это со стороны выглядит? Да, ну я так, знаешь, пробежался по тебе. Дверь, ты закройся, ты не в пещере живешь. Так ты же зашла. Пойдем. Я готова. Пойдем. Где они? Я их вон там видел. Иди за мной. Вон, есть на ты через вон, через воду есть. Так, не шипи на меня. А вон они, вон, 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 смотри. Еще там вон есть поселение. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Давай, о, подождем. Пока блядь. Эти отвлек... Отлично. Они сады тут пиздят. Они... Зачем они его обижают? Не знаю, они злые. Убиваем их. Ну, придется нет, этого нет, добить тоже. Мы тебя спасли вообще-то, он нас бьет, да? О, у них камешки были, смотри-ка. У-у-у. Железные стрелы. О, это оставь, это я лук потом сделаю. Разделывай. А где еще один? Там? А, где? Подожди, я потерялась. Нет, тут ничего не было. Разделывай тогда. И вот этого разделай, чувачка. Они, короче, злые, они плохие. Мы правильно делаем, что их убиваем. Пойдем, там еще, да? Ноги у меня нет. Ноги нету. Ну, своя-то есть, надеюсь? Своя есть. Вон там, да, еще? Правильно? У меня жопа жирная, прям как в жизни, блядь. Ух ты, это что-то вообще какой-то здоровенный чувак. О, слушай, у него там что-то крутое. Ну ты уже все схватила. Ты как вот успеваешь навсегда, а? У него башка отлетела. У него три железа как раз, блин, это круто, это нам надо. Так, все. И башка отлетела. Ох, нифига тут уже крови было. Кролик, 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 стой! Прости, кролик. Так это лужа крови там, где мы этому чуваку голову отрубили. У него, смотри, стекло есть. Да какой же он хороший-то у нас. Легкие рукавицы. Ну ладно, бери себе, ты же девочка все-таки. Пусть, короче, знают, что это наша территория. Рукава, видишь? Да ты не шевелись. Да стой на месте. А, да, крутые. Молодец. Ой. Слушай, там дальше ладно. Еще вроде где-то я видел костер. Да и так уже 50 минут, Кать. А, ну ладно. Тогда закончим. Все, ребятушки, давайте, покажу. Да, пока закончим. Если понравилось видео, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, все в этом духе. И я думаю, мы еще пару серий этой игрушки запишем. В принципе, прикольно, нам нравится. А пока, пока. Пока.